В издательстве Сретенского монастыря вышла новая книга Анны Сапрыкиной «Христос воскресе», посвященная светлому Христову воскресению и предваряющим его дням Великого Поста. Наглядно, ярко она рассказывает о том, как достойно подготовиться к светлому празднику Пасхи и радостно встретить его. Первые страницы книги посвящены Великому Посту. В понятной и доступной для детей форме автор рассказывает о том, для чего Церковью был установлен Великий Пост, как правильно его соблюдать, чтобы получить духовную пользу, а также о богослужебных особенностях великопостного времени. Издание иллюстрировано нежными акварельными рисунками, которые помогут наглядно представить все, о чем говорится в книге. Она понравится детям всех возрастов. Новая книга Анны Сапрыкиной «Христос воскресе» будет интересна всем, кто хочет доступно и интересно рассказать детям о самом главном празднике нашей Церкви. Она станет замечательным подарком для любой православной семьи и из года в год будет помогать детям осмысленно проводить время поста и радостно встречать светлое Христово воскресение. Благодарим вас за интерес, проявленный книгам издательства Сретенского монастыря. До новых встреч!